Мне кажется, нигде и никогда так артистов не встречали, как здесь, в Баку. Это потрясающе. Этим хочется делиться и рассказывать, потому что в чужом городе ты чувствуешь себя как дома. Согласен со мной? Абсолютно верно. И ты знаешь, благодаря этому гостеприимству кажется, что мы здесь находимся, ну не знаю, ну 3 часа максимум, но никак не 3 дня, потому что все пролетает мимолетно. Каждая секунда заставляет нас вспоминать этот жаркий фестиваль, этот жаркий город и эту прекрасную страну. Лейла Алиева очень-очень-очень медленно продвигается к нам, и дело не в том, что она любит медленно ходить, а просто с ней хочет сфотографироваться огромное, колоссальное количество людей. А она, в свою очередь, не может отказать им, потому что она любит своих поклонников. Но уже издалека мы можем отметить ее блистательную, в прямом смысле этого слова, наряд ослепительный. Она, как всегда, потрясающе выглядит. Лейла, просим вас подойти на нашу точку. Если рядом с Лейлой есть люди, которые слышат нас, пожалуйста, попросите ее, потому что здесь, в микрофон, когда мы зададим ей свои вопросы, смогут все услышать этот ответ. И, в конце концов, мы тоже хотим пофотографироваться рядом с ней. А сейчас стоим, как-то грустим и переживаем, почему всем достается все, а нам с Юлей пока что ничего. Ты можешь прямо сейчас перелезть за ограждение, сделать фотографию. Ты знаешь, если я так делаю, я буду помогите перебегать лейбу, каждые 2 метра буду перебегать. Все, я не могу, я впервые в жизни прямо сейчас. Лейла, я иду за вами. Пойдемте с нами, пожалуйста. Держите, держите под руку, мы вернемся. Ой, друзья, сейчас я сфотографируюсь рядышком. Вот это повезло. Лейла, просим вас. Как вам фестиваль «Жара»? Вот вы 4 метра только на нем прошли, и что почувствовали? Столько любви, столько тепла. Спасибо всем, спасибо. Это просто... Я пишу. Но все хотят сказать добрый вечер, все хотят сказать спасибо и слова благодарности вам за гостеприимство. Вы знаете о том, что люди просто потрясены, все артисты говорят, что они чувствуют здесь себя как дома. Как вам это удается? Ну, это город Баку, который всегда был такой теплый, добрый. И, конечно, самое главное – люди. Те, кто здесь живут, и те, кто здесь гости. Все одно целое. И сегодняшний вечер полон любви. Спасибо вам за это. Спасибо вам. А нас смотрят в социальных сетях. И, конечно, в прямом эфире люди хотят услышать от вас слова. Как вы обратитесь к нашим зрителям? Пожелания. Огромные благодарности. Желаю всем счастья, добра, здоровья, любви. И спасибо за то, что вы сегодня здесь. Потому что этот вечер такой за счет нас всех. Каждого, кто сегодня здесь присутствует. Спасибо вам. Вы знаете, спасибо Лейла, как вам. Настоящая женщина, пожелала любви и счастья. А я пожелаю музыки. Потому что сегодня будет огромное количество прекрасной музыки. Потому что...